Когда я читаю Евангелие от Йоанна 12 главу, я вспоминаю о тех событиях, которые были у меня в армии. Однажды в армии мне сказали, чтобы рядовой пак подошел в офис офицеров. Тогда я был всего лишь рядовым. Я пришел в офис офицеров и говорю, честь! И лейтенант говорит, пожалуйста, садитесь, рядовой пак. Но знаете, в армии офицеры обычно рядовым говорят, эй, ты малыш, малыш. Я думаю, что все лейтенанты путаются. Как это такой взрослый человек может выглядеть ребенком, малышом? Я стал большим, поэтому пришел в армию, но называют малышом. Однако лейтенант сказал, рядовой Пак, садитесь. Рядовой Пак, скажите, пожалуйста, чем вы занимались, прежде чем пришли служить в армию? Я сказал, я был проповедником в церкви. Офицер сказал, так я и думал. Постепенно наши сердца стали едиными. Он сказал, вчера я был на дежурстве. И рядовой пак, вы пришли ко мне, чтобы доложить, что будете проводить собрание. Честно, я не помнил лицо этого офицера. И лейтенант дал разрешение. И говорит, что он увидел, как я собрал новобранцев и передаю слово у дерева. Это вебпак, вы знаете, моя мама молилась утром и вечером, чтобы было со мной все хорошо. И я всем сердцем служил Богу, прежде как пришел в армию. Но когда я пришел в армию, я запил, я начал курить. Вся моя духовная жизнь разрушилась. И я не мог вчера уснуть после того, как увидел вас. И что он говорит? Это вы пак. Могу ли я вам чем-то помочь? Я сказал, офицер. У нас нет места для того, чтобы собираться, поэтому мы собираемся на улице, но там холодно. Мы будем очень благодарны, если вы нам дадите зал. Лейтенант говорит, хорошо, какой вам зал нужен? Скажите, пожалуйста. Аудитория номер 16 очень подходит к нам, чтобы мы могли собираться. И тогда лейтенант сказал солдату дать ему ключ от 16-й аудитории. И чтобы любое время после рабочего дня мог сделать, что он хочет. Представляете, мы встретились с ним впервые. Отношение офицера к солдату. Но только из-за того, что мы оба верили в Иисуса, наши сердца могли соединиться друг с другом. Знаете, после того, как я прошел тренировку, он помог, чтобы я мог остаться в этой части. И на протяжении трех лет я мог заниматься церковными делами. С того дня, как я поступил на службу в армию, до последнего дня я видел, как Господь Бог ведет меня. В то время нужно было служить в армии 30 месяцев. И когда я заканчивал службу, я подумал, если такой Бог будет со мною, даже в пустыне Сахар я смогу выжить, даже в Южном полюсе я смогу выжить с таким Богом. Господь Бог сел мое сердце веру в Него. Да, в армии были много-много разных событий. Я всего лишь был солдатом, который ничего не имеет. Но во всех моих делах Бог помогал. Однажды с моими товарищами Сонг и Нама мы шли по дороге. Мы всегда проводили вместе время. Мы приводили в кабинете порядок и потом к обеду шли. В столовую. И навстречу к нам шел руководитель взвода. И мы сказали: "Честь". И тогда командующий взводом сказал: "Хорошо". Он прошел где-то 10 шагов. Потом оглянулся и говорит: "Эй, вы подойдите ко мне". "Да, сэр". "Подойдите, подойдите". Мы подбежали к нему. И командующий спрашивает у своего помощника. Секретарь, могу ли я этим солдатам дать награду отпуск? Конечно, сэр. Тогда дайте им награду за то, что хорошо поздоровались со мной. То, что солдаты здороваются с командующим, это естественно. Когда мы пришли в барак, мы так смеялись. На следующий день, когда собрались все солдаты. Рядовые Уксу, Пак, Сон Джун Сон и Ким Ча выйдите вперед! За ваше патриотическое отношение к службе в армии и за примерное поведение мы даем вам награду. Я видел, как Господь Бог детально помогает в моей жизни. В тот момент, когда я закончил службу в армии, я понял, что куда бы я ни пошел, если Бог будет со мною, ничего не станет проблемой для меня. Когда я ехал в Сеул, многие пастора, которые находятся в Сеуле, хотели помешать моему приезду в Сеул. Когда я услышал об этом, мне стало так смешно. Я сказал, ну ладно, поедем тогда на машине или на поезде поедем. Кто сможет препятствовать мне? Когда районная администрация Сочу хотела снять наш молитвенный дом, нам, честно, было страшно тогда. Я не мог уснуть. Два часа, три часа ночи я просыпаюсь. И я ходил по двору и смотрел, как проезжают машины. Я про себя думал, неужели этот молитвенный дом нужно разрушить? Я был взволнован. Однако я увидел, как Господь Бог на нашей стороне. Когда был суд надо мной. Было множество событий. Для того, чтобы меня посадить в тюрьму, прокуратура подделала документы, Однажды из-за одной из записей в тетради Пастора Мун возникли серьезные проблемы. Хотя я не брал деньги с банковского счета, но было написано, что якобы я снял деньги. Потом выяснилось, что это Итяг снял с банковского счета. Но документы подделали так, как будто я снял эти деньги. Но интересно, тот день, когда были сняты с счета эти деньги, это был день, когда шел библейский семинар. Хотя в документе написано, что 12.13 я снял деньги из банка Дан Дон в Сеуле, но была запись проповеди, которая была в это время в городе Тыджон. Если мы бы это не обнаружили, меня бы могли схватить. А если меня арестуют, могут забрать все материалы. И тогда я даже не смогу защитить себя. И таким образом, говорят, сажают в тюрьму многих людей. Я ясно видел, как Господь Бог во всех моих делах помогает. Мая этого года мы проводили библейский семинар. 276 телерадиокомпаний по всему миру транслировали мои проповеди. И активнее всего было в Бразилии. И сотрудники телекомпании Бразилии очень обрадовались. Они брали у меня интервью. Когда я давал им интервью, представляете, когда я давал интервью, 5000 комментариев было под этим интервью. И тогда люди заинтересовались, кто же пастор Уксупак? Что они снова созвонились со мной? И потом, что они сказали? Они собрали своих, так скажем, бразильских коллег и брали у меня интервью. И начиная в 5.30, началось интервью, и тоже оставили много комментариев. Они все были в изумлении. И потом мы закончили интервью. И потом представитель этого телевидения отправил мне письмо и говорит, что хочет снять документальный фильм обо мне. Как же вы можете наставлять сердца многих людей? Я ничего особенного не говорю, но как же служатели же так на вас реагируют? Разве это возможно потому, что я хорошо говорю? Нет, это потому, что Бог действует. Один миллиард человек слушали слово, и когда об этом слушают журналисты, удивляются. Я подумал, ничего себе, даже про меня хотят снять документальный фильм. Представители телевидения тоже отправили официальный запрос, и наши руководители согласились. И сейчас согласовывается дата снятия документального фильма. Я, конечно, не знаю, когда будет готов этот фильм. Знаете, в моей жизни почти нет того, чтобы я делал. Во всем действует Бог. Сейчас весь мир страдает из-за коронавируса. Мы сказали, давайте это слово, которое было на семинаре, будем транслировать по всему миру. Когда мы сказали об этом, вот сами представьте, вот вы пойдете в телекомпанию KBS или MBC и скажете, пожалуйста, транслируйте против, против, против пастору Уксупак. Тогда сотрудники засмеются. Однако 276 телерадиокомпаний транслировали 11 часов моих проповедей. Конечно, в Корее люди не так сильно чувствуют опасность из-за пандемии. Но есть многие страны, где люди чувствуют опасность из-за коронавируса. И тем людям, которые чувствуют страх из-за коронавируса. Для них это Евангелие, которую мы передаем, полностью отличается от того слова, от которого они знали. Поэтому они не могут не быть заинтересованными этим словом. Кто же так действовал? Бог действовал. Когда мы не знаем волю Господа Бога, часто многое становится проблемой. Когда Лазар заболел, Иисус сказал, это болезнь к них смерти. Но когда Мария и Марфа увидели, что Лазар умер, то в сердце Марии и Марфы исчезло это слово Иисуса, которое говорило, что не умрет Лазарь. Послушайте внимательно. Не Лазар умер, а слово, которое было в их сердце, умерло. И поскольку слово умерло, которое было в их сердце, поэтому и в их сердце брат умер. Иисус пришел, чтобы оживить брата. И говорит, что твой брат будет жить. Однако тот брат, который умер в их сердце, не может ожить. Когда я читаю Евангелие 11 главу, я много читал Библию. Десятки раз читал Слово. Я думаю, что сотни раз прочитал 11 главу Евангелия Иоанна. Но если мы размышляем над этим Словом, в сердце Иисуса Лазар был живым, а в сердце Марии Лазар был мертвым, и у Марфы Лазар был мертвым. И сердцах иудеев, которые пришли утишить их, тоже Лазар был мертв. А что еще больно? Ученики пришли вместе с Иисусом. И что же сказал Иисус ученикам? Наш друг Лазар уснул. Я иду разбудить его. Тогда ученики говорят, было бы хорошо, если он уснул. Иисус сказал, что Лазар умер. И мы пойдем его разбудить. Вот что говорит Иисус. Поскольку пойти в Иудею с Иисусом было очень опасно, ученики говорили, что мы тоже пойдем умирать. Мысли учеников и мысли Иисуса полностью отличались. Там был и Петр, был и Андрей, был Иоанн. Были многие ученики Иисуса, Иисус говорит, «Друг наш уснул, но я иду разбудить его». Ученик говорит, «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорит, «Он умер, мы пойдем его оживить». Вот что сказал Иисус. А ученики что сказали? «Мария, не расстраивайся». Иисус пришел, чтобы оживить твоего брата. Он оживет. Он оживет. Не нужно плакать. Приготовь вкусное для Лазаря, приготовь ему одежду. Никто из учеников не сказал так. Хотя Иисус сказал, что пришел, чтобы оживить Лазаря. Но ни Мария не верила в Иисуса. Марфа тоже не верила в Иисуса. И ученики не верили в Иисуса. Иудеи также не верили в Иисуса. Есть только один Иисус. А у всех было другое сердце. Подумайте. Подумайте. Многие служители, хотя Иисус Христос умер на кресте за нас, но они говорят, что мы грешим, поэтому мы грешники. Они говорят, что мы грешники. Так учат братьев и сестер. Вы представляете, как жалко Господу слышать эти слова? Тогда для чего я пролил кровь свою? Для чего я был распят на кресте? Я что умер зря? Нет же. Я очистил ваш грех. А так а что говорят сегодня в церкви, мои грешники? Если Иисус умер на кресте за нас, но мы продолжаем говорить, что мы грешники, получается, Иисус зря умер на кресте. Тогда зачем мы ставим крест на церкви? Иисусу, которого даже не смог очистить наш грех. Что же он тогда сделал? Вот в чем проблема. Но многие продолжают учить так. Однако, Уксупак говорит, что Иисус умер за нас и что Он очистил наши грехи, мои грехи. И когда я проповедую об этом, когда я учу об этом братьев и сестер, как будет Иисусу видеть это? Нужно будет помочь Уксупаку, правильно? Совершенно верно, да? Уксупак он не высокий роста, он не красивый внешний. Даже если я не умный, но тот, который передает такое сердце, ему нужно помочь Иисусу. Вы ведь, братья и сестры, вы ведь получили прощение грехов. Если вы находитесь на его месте. Ой, Мария, почему ты плачешь? Иисус ведь пришел, чтобы спасти твоего брата. Мария, не нужно плакать, скажи спасибо. Скажи, что хорошо, что вы пришли. Опомнись, Мария. Иисус пришел тебя спасти. Но никто не сказал Марии и Марфе. Что сказали иудеи? Тот, который открыл глаза слепому, не мог ли сделать, чтобы он не умер? Так говорили иудеи. Так говорили и иудеи. И Мария так говорила. И Мария тоже говорила так. Даже ученики, которые знали, что Иисус пришел, чтобы спасти Лазаря. Может быть, потому что они верили, что Иисус сможет оживить Лазаря, но ничего не сказали Марии и Марфи. Поэтому я говорю сейчас громко, что Иисус очистил наши грехи. Я езжу по всему миру и говорю только об этом. Где бы я ни находился, неважно, в какой стране я нахожусь, я говорю об этом. Бог помогает мне не потому, что я добрый. Он благословляет меня не потому, что я хороший. Не потому, что я делаю хорошие дела. Я ничтожный человек. Хотя я всего лишь человек. Но потому, что я признаю, что Иисус очистил все наши грехи. Поэтому Иисус открывает двери перед нами. Других причин нет. Очень часто я говорю. Иисус, почему же ты поставил меня пастора? У меня был друг Чун, -Чун Нам, его нужно было поставить пастором. У меня был друг по имени Тьон Чун Нам. Он был выше меня роста, был красивый внешне, и у него был очень хороший характер. Однажды мне было так стыдно. Один из моих друзей он сломал мои вещи. Я был очень зол. Я очень бережно относился к ним. Друг говорит, Уксу, прости, пожалуйста, меня. Я сказал, что словами, об... извини, хочешь отмазаться? Я был очень зол. Но пришел Чунна. И говорит, Уксу, вы же друзья. Возьми мое У меня лучше, чем у тебя. Вы не представляете, как мне было стыдно. Я был таким скупым, я ничего не смог сказать Чуннаму. Чуннам был высокий ростом, красивый внешне, у него был хороший характер. Я спрашиваю, Бог, почему ты спас меня? Если бы Чуннам стоял бы за кафедрой, он красивый внешне, и он был хорошим оратором, если бы он стал бы пастором, то как были бы счастливы наши братья и сестры? Но почему именно меня ты спас? И поставил пастора. Часто я задаю этот вопрос Богу. Однажды я поехал на родину. Мои друзья сказали: Слушай, ты слышал про Чуннама? Я говорю: а что такое? Знаешь, он женился. Женился на девушке из города Пусан. И она очень красивая. Я сказал: Ну, Чуннам тоже красивый. Он красивый, поэтому и супруга красивая у него. Прошло еще немного времени, я поехал на родину. Мои друзья говорят, «Оксу, ты слышал весь про Чунама? Я говорю, нет. Он покончил жизнь самоубийством. Я спросил, что, что? Как этот Чунам мог покончить жизнь самоубийством? Я не мог понять. Мне было непонятно. Такой хороший человек, о котором я совсем не переживал. Он был очень хорошим нашим другом. Я часто говорю Богу, Господь, почему именно меня Ты поставил пастором? Ведь есть многие красивые люди, высокие люди, с хорошим характером. Если бы они передавали слово людям, было бы так приятно. Конечно, я не говорю, что я хочу уйти с этого места, однако в Библии я обнаружил сердце Иисуса. Иисус пришел, чтобы спасти брата. Но и Мария не поверила, и Марфа не поверила. Хотя Иисус сказал ученикам, что пойдет спасти брата. Но все они где-то спрятались. А Иудей говорит, что человек, который открыл глаза слепом, неужели не мог спасти этого брата? Иисус пришел специально, чтобы спасти но все находились с иным сердцем. Не было сердца Иисуса. И сегодня происходит то же самое. Все говорят, что Иисус Христос умер на кресте. Если спрашиваем, для чего Он умер, они говорят, что за наши грехи Иисус умер. Но в то же время они говорят, что они грешники. Ведь Иисус умер за мой грех. Если я остаюсь грешником, Тогда получается, Иисус зря умер? Даже я на месте Господа, увидев это, мне будет неприятно. Да, Уксупак не особен, но я говорю, что Иисус умер за наши грехи и очистил наш грех. Что я стал свят, что я стал праведным, что я чистый. Вы представляете, как Богу приятно, когда я говорю эти слова? Бог говорит, да, Уксу, ты прав. Наконец-то ты знаешь, что у меня на сердце. Я очистил твои грехи. Пожалуйста, свидетельствуй об этом. Поэтому я ничем другим не занимаюсь, кроме одним. Передаю это Евангелие. Когда мы проводим молодежную организацию IVE, когда мы проводим программу Гуни Corps, когда мы проводим конференцию, когда мы проводим хор Грачас. Я всегда говорю, что кровь Иисуса Христа очистила наши грехи. Ничего другого не нужно. То, что я не могу отрицать, это то, что не я делаю, а что все это делает Иисус. Иисус делает. Есть люди, которые в интернете пишут мне плохие слова, говорят, что я присвоил церковные деньги и так далее, и так далее. Знаете, на «ты» с ругательными словами мне пишут письма, может быть, он не в себе. Но я говорю, ну ничего страшного. Главное, что я не присвоил церковные деньги. Все равно. То, что Иисус со мной, вот что меня радует. Когда ваши жизненные пути в опасностях, имеют трудности, бывает, что вы даже не знаете, что делать. Хотя нет пути. Но если Иисус знает, мой путь идет со мною, тогда ничего не будет проблемой. Многие люди называли нас еретиками, но Иисус был на нашей стороне, и Он ведет нашу церковь, наставляет людей в нашу церковь, за что я был очень благодарен Ему. В этот раз мы проводили конференцию, и мы попросили некоторых президентов, чтобы они отправили нам поздравительное видео. Но мне кажется, всем президентов были переданы из кабинета секретариата. Но все равно несколько президентов отправили нам поздравительное видео, и министры отправили также поздравительное видео. Я планирую им написать письмо благодарственное. Знаете, насколько я им благодарен? Бог ведет, чтобы мы могли передать Евангелие всем народам. Мы немножко отошли от главной темы. Когда вы читаете Библию, а Иисус пришел, чтобы спасти Лазаря. Если Иисус пришел спастись, значит, он спасет Лазаря. Ведь он спас и дочь Яира значит, и Лазар также будет жить. Друзья, Иисус пришел, значит, Лазар будет жить. Скажите, чтобы она не переживала. Но никто так не говорил, все думали по-другому. Каждый находился в своих мыслях. Как вы думаете, что этим Бог хотел показать? Хотя Иисус Христос на кресте очистил наши грехи, но люди многие продолжают говорить, что они грешники. Тогда, для чего же Иисус умер на кресте? Вы представляете, как Иисусу неприятно? Как подобное может быть? И сегодня настал такой период. Бог хочет по всему миру передавать Евангелие. А что такое Евангелие? То, что Иисус умер на кресте за наши грехи, это есть Евангелие. Почему же смерть Иисуса является Евангелием? Потому что его смертью мы смогли освободиться от нашего греха. Вот почему это Евангелие. Но многие люди обмануты дьяволом. Что известные пастора говорят, что они грешники. Если ты говоришь, что ты оправдан, ты еретик. Но ведь это не я придумал, а Бог говорит, что я правда, значит, я оправдан. Все согрешили и лишены славы Божьей. Получая оправдание дара, полностью его искупление во Христе Иисусе. Христос был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Бог сказал, что оправдан. Иисус говорит, что Он оправдал меня. Значит, я оправдан. Разве не так? Бог оправдывает меня. Иисус оправдывает меня. Но если я говорю, что я грешник, Тогда получается, что Иисус обманщик, что Он ничего для нас не сделал. Я увидел необходимость передавать именно такое слово. Я видел, как Бог открывает путь перед нами. Да, конечно, и в вашей жизни. Порой дети могут заболеть, могут быть непослушными, могут возникать проблемы, связанные с детьми. Могут быть конфликты между мужем и женой. Может быть проблемы на работе, что нет совсем зарплаты. Порой бывают ссоры между родственниками. Порой супруги думают о разводе. Да, есть разные проблемы. Однако мы должны знать, что Иисус ведет нашу жизнь. И мы должны верить в это тогда ничто не будет для вас проблемой. Верите ли вы в это? Иисус пришел, чтобы спасти брата. Твой брат будет жить. Но проблема, потому что они не поверили в это. Потому что их мысли казались ближе, чем слово Иисуса. Кроме этого, ничто не может быть проблемой. Наш Иисус является нашим истинным Спасителем. Проблема в том, что вы не верите в Него. Иисус не только очистил ваши грехи, но Он благословляет ваши жизни. Он защищает вас и помогает вам, и действует у вас. Однако большинство людей, потому что им кажется, что Бог не будет действовать, и когда появляется проблема, им тяжело. Когда есть сложности, они начинают страдать и мучаться. Но проблема не в этом. Если я действительно хороший пастор, что мне нужно сделать? Самый великий пастор ⁇ это тот, который делает, чтобы братья и сестры поверили в Иисуса. Неважно, каким способом. Иисус очистил ваши грехи и сделал, чтобы вы были святыми, и навсегда очистил ваши грехи. И Он защищает вас. И Иисус желает делиться своим сердцем с вами. Хочет быть ближе к вам. Вот какое сердце у Иисуса. И моя задача, чтобы вы поняли это и поверили в это тогда я буду хорошим пастором. Но мне кажется, я плохо веду служение свое. Дорогие братья и сестры, верите ли вы в Иисуса? Действительно, любите ли вы Иисуса? Верите ли, что Иисус Христос очистил ваши грехи белее снега? Скажите, верите ли в то, что Иисус держит вашу жизнь? Тогда почему же вы переживаете? Почему же вы беспокоитесь? Почему же вы не хотите служить Иисусу? Подумайте, пожалуйста. Сегодня я читал Евангелие, делая на 11 главу. Там было много иудеев. Была Мария и Марфа. И были даже ученики Иисуса хотя Иисус сказал, что твой брат будет жить, никто даже не прислушался. Все находились в своих мыслях. Но неужели так важны ваши мысли? Мысли Иисуса намного важнее, чем ваши мысли. Чем ваши мысли. Слово Библии, вот что важно. Ваши мысли не имеют никакого значения. Оставьте их. И веруйте в Слово Иисуса. Тогда вы представляете, как это будет радовать Бога? Вы представляете, насколько будет счастлив Господь Бог? Как его сердце будет веселиться? Проблема не в чем-то в другом. Проблема в том, что мы не верим в Иисуса. Когда я открыл 12 главу Евангелия от Иоанна, После того, как Лазар ожил, Мария подошла к Иисусу с драгоценным миром и помазала ноги Иисуса. Тогда Юда Искариот сказал, «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нащим?» Юда Искариот думал, «Зачем миру наливать на ноги Иисуса?» Лучше продать за 300 динариев и помочь нищим. Но что же сказал Иисус? Она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имейте с собою, а меня не всегда. И пусть вспоминают это, где будет передаваться Евангелие. Юда Искорет не мог смириться со словами Иисуса. Вот разлили миру и выбросили. Это такое дорогое и мирно. Если раздать нищим было бы так хорошо, тогда он бы мог присвоить эти деньги также. У Юды было такое сердце. Это то, что произошло в 12 главе. Юда думал, все равно она сделала неправильно. Зачем нужно было эту мирну налить на ноги и волосами своими отереть ноги Иисуса? Он не мог понять значение слов Иисуса. И ему было непонятно то, что сделала Мария. И вот такие мысли пришли к Юде. И в 13 главе Евангелия на 2 стихе написано. После того, как произошло это в 12 главе, в 13 главе во 2 стихе написано. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Юди Симона Искариоту предать его. Как вы думаете, почему дьявол хотел вложить в сердце Юди Искариоту продать Иисуса? Юда думал, что Иисус поддержит его. Но Иисус поддержал Марию. И тогда дьявол вложил мысль продать Иисуса. Вы должны точно знать, если вы хотите вести духовную жизнь, в которой верите в Бога, нужно иметь некоторые условия, чтобы хорошо верить. Когда компании испытывают трудности, то в первом, что меняет, это автомобили. И покупают хороший автомобиль, например, Mercedes-Benz. Почему? Потому что, когда ты ездишь на плохой машине, очень трудно взять кредит в банке. Когда очень сложно найти средства, то нужно всячески показывать, что в компании у тебя все хорошо. И поэтому директор компании меняет машину, покупает хорошую машину и показывает, что у нас все хорошо. Кто будет давать деньги компании, которая обанкроется? И поэтому показать, что все хорошо, покупает машину. Зная, что если ты покажешь, что у тебя все плохо, никто не даст тебе деньги. Для того, чтобы Бог действовал в нас. ваше сердце не сразу поднимается ближе к Богу. Однажды вы узнали о том, что Иисус Христос умер на кресте и умер за вас, и поэтому ваше сердце стало ближе к Богу. У вас появляется благодарность сердце, хочется себя отдать, и ничего не жалко. И вам будет хотеться отдать всю свою жизнь Господу Богу. Но появляется не только такое сердце, но как в сердце Юды Искариота, ведь Мария зря потратила миру. А тут Иисус хвалит ее. Ему было неприятно. И когда эти чувства остались у него, дьявол вкладывает в него мысль, чтобы продать Иисуса. Может, сейчас вы не впали в грех? Может, вы сейчас не впали в грех? не осуждайте Иисуса. И кажется, что нет никакой проблемы в вере в Иисуса. Но когда у вас появляется подобное сердце, дьяволу становится очень удобно, чтобы вложить в вас неверие в Господа Бога. Поэтому те люди, которые действительно любят Господа Бога, по отношению к Слову Бога, по отношению к Церкви, по отношению к Слуге Божьей, Нельзя брать даже ни малейшего неверия. И нужно верить в Иисуса Христа. И на нем вы сможете строить веру. Многие люди, поверив в Иисуса Христа, казалось, они были готовы отдать свою жизнь к Господу Богу. Но проходит время. И видим, что их уже нет в церкви Пропускают собрание сначала Да, конечно, есть причина У них появились какие-то трудности Появились какие-то дела, что они вынуждены пропустить собрание Но один раз, два раза появляются разные причины А дьявол без конца продолжает действовать в таких людей что даже Мария и Марфа, которые находились рядом с Иисусом, ученики Иисуса иудеи, которые собрались рядом с Иисусом. Хотя внешне кажется, что они находятся рядом с Иисусом. Но дьявол сделал, чтобы они не могли верить в Иисуса. Да, вы радовались, веселитесь по вере в Иисуса. Но дьявол делает, чтобы вы перестали верить в Иисуса. Сначала вкладывает неверие в церковь, делает большую работу. Но глупые люди обманываются этим, и их вера разрушается. Многие люди страдают и находятся в тяжестях. Апостол Павел сказал так. Среди многих людей, которые были со мной, когда я передавал Евангелие, все ушли от меня. Вот что говорит Павел. Представляете, как его сердце разрывалось, но я не хочу винить их. Но то, что они ушли от него, вы представляете, как ему было жалко. Когда мы получили спасение, когда у нас нет любви к Господу Богу, дьявол очень легко может положить в наше сердце, не верить церкви, в слуге Божьей. И кажется, что Бог не будет действовать. Кажется, что Иисус не услышит нашу молитву. Кажется, что Иисус не любит меня. И дьявол ведет наше сердце совсем в противоположную сторону. Но никто не думает, что о такой мысли нам будет тяжело потом. Но то в сердце, которое имеет неверие, появляется не только неверие, Обязательно дьявол сделает, чтобы потом им станет обидно из-за церкви. Что у них будет появляться возмущение, что появится неверие в церкви, и последственно они уйдут из церкви. И так многие люди, получив это удивительное спасение, есть те, которые уходят из церкви, те, которые противятся церкви, те, которые используют ложь против церкви, есть те, которые с другими церквями противятся нам. Почему же все это происходит? Так делает дьявол. Дорогие братья и сестры, мы верим, что среди нас нет тех, которые бы не грешили. Нет ни одного, кто бы не грешил. Мы все жили во грехе. Но, нашему удивлению, мы получили благодать Господа Бога кровью Иисуса Христа мы получили прощение грехов. Мы стали святыми. Мы стали праведными. Мы получили спасение, но неужели вы хотите оставить Бога? Вы хотите все равно противиться церкви? Из-за чего-то вам было обидно по отношению к церкви? Сатана очень мудрый. Для него искусить каждого из вас легче простого. Поэтому вы не должны спокойно относиться к этому. Вам нельзя держать дистанцию с Иисусом из-за разных дел. Может, кто-то скажет, вот, пастор, вы не знаете, Мое сердце не так далеко от церкви. Просто у меня сложное положение. Поэтому я вынужден пропустить собрание. Пастор, я пропущу всего лишь один раз, поэтому простите меня. Все будет хорошо. Многие люди имеют такое сердце. Дорогие братья и сестры, независимо, кто вы, вы должны запомнить одно. О, я никогда не оставлю Иисуса. Я никогда не буду против этой церкви, я не буду противиться Евангелию. Ни в коем случае не думайте так. И вас дьявол может искусить. Аминь. Любой момент может искусить вас. Любой момент. Среди 12 учеников Иисуса и Петр отрекся от Иисуса. Юда Искариот предал Иисуса. Все ученики убежали от Иисуса. Как это можно объяснить? В чем разница между вами и ими? И вы можете убежать. И вы можете поступить, как и Петр. Люди, которые не знают об этом, говорят, что они никогда подобного не сделают. И постепенно впадают в грех. Если вы прочитаете Ветхий Завет, Написано, то, что вы вышли из Египта. Вот что вы должны помнить. А что было в Египте? Женщина родила ребенка, родила сына. Приходят солдаты и спрашивают, здесь родился сын или дочь? Дочь! А ну-ка, принесите! Не можем! Где этот ребенок? Родился сын? Очень жестоко схватывали этого ребенка И бросали в Нил Мать плачет и следует за ними Она сходит с ума Бросают ребенка в Нил Мама кричит Ой, сынок, сынок Вместе с ним прыгают в воду Муж держит, говорит Нет, дорогая, дорогая, не надо Ты тоже погибнешь Жена сможет возвращаться домой Всю ночь не могут спать, плачут. Говорят, мой сын, мой бедный сын, сынок, сынок. Оттуда они получили спасение. Из такого места они получили спасение. Из такого жестокого места. Но знаете, что они говорят? Ой, было хорошо, когда у нас было мясо в Египте. Что это за жизнь в пустыне? Здесь только манна. Вот как устроено сердце человека. Что вы должны знать? Это и у вас такое же сердце. Дорогие братья и сестры, вы запомните. Нельзя верить в себя. В любой момент. И вы можете продать Иисуса, как Юда Искариот. Вы можете отречься от Иисуса, как Петр. И вы можете стать противником Иисуса. Вы можете осуждать его кровь. И с вами может произойти то же самое. Знаете почему? Потому что среди людей никто не может победить сатану. Сатана, если будет вести нас, мы пойдем по такой дороге. Миссионер Чан, который служит в Израиле, говорит мне, мае этого года мы могли в разных странах одновременно через 276 телерадиокомпаний мы могли передавать слово на протяжении 11 часов. Я думаю, нет страны, где бы не транслировалось это слово. А в Северной Корее не транслировалось это слово. Но в большинствах странах транслировалось слово. И в России, и в Китае. Во всех странах транслировалось слово ⁇ Так действовал Бог ⁇ Но все равно мы в любой момент можем впасть в грех. Когда у нас появляется сердце, что я не отрекусь от Иисуса, Знаете, я не отрекусь, и я не отрекся. Это разные вещи. Правильно? Говоря о том, что я не отрекусь, те внутри я останусь человеком, который никогда не отрекется, такой человек может в любой момент впасть в грех. Он может оставить духовную жизнь. Он может отречься от Господа. Юдай Искорет не просто так предал Иисуса. Не просто так он продал Иисуса. Подобное может произойти с любым из нас. Поэтому Библия говорит, чтобы мы помнили день, когда вышли из Египта. Помните, какую жизнью вы жили в Египте. Какие страдания были у вас в Египте. Как вы мучались. Помните, как вам было печально. Особенно, когда у вас отбирали детей, бросали в Нил. И когда женщины сходили с ума, Они кричали, «Сын, сын, пожалуйста, выйди оттуда!» Из такого жестокого места Господь спас их. Но когда жизнь становится стабильной, мы перестаем благодарить. Наше сердце становится высокомерным и становится гордым. Когда я читал Евангелие Диана, 11 главу, Иисус прослезился. Пришел, чтобы спасти Лазаря. Почему же Иисус прослезился? Иисус спросил, где вы положили его? Отнимите камень. Господи, уже три дня уже смердит. Разве я не сказал, что если веришь, увидишь славу Божию? И только тогда отняли камень. Лазар, выйди вон. Тогда Лазар вышел. И для того, чтобы это совершить, у Иисуса была такая воля. Были ученики Иисуса. И Мария и Марфа любили Иисуса и были рядом с Иисусом. Однако не верили. Мы должны оставить наши мысли и мы должны жить Иисуса. Когда мы испытываем трудности, нам нужно через Иисуса освобождаться от трудностей. Когда мы голодные, Иисусом мы должны решать эту проблему. Когда воспитываете детей, Иисусом вы должны воспитывать детей, чтобы жить в будущем хорошо. Веруя в Иисуса, вы должны идти. Поэтому мы верим в Иисуса Христа и служим Евангелию дорогие братья и сестры. Давайте будем любить Иисуса. Он тот, который вместо нас умер на кресте. Вы, может, не умерли на кресте? Может, вы не жертвуете собою ради Христа? Но давайте не будем верить в себя, говоря, что я никогда не оставлю Иисуса. Сатана очень хитрый. Поэтому и я могу оставить Господа и я могу оставить духовную жизнь. Не просто люди оставляют духовную жизнь. Люди оставляют духовную жизнь, потому что мы слабее, чем дьявол. Потому что дьявол мудрее нас. И со мной то же самое может произойти. Господь, пожалуйста, жайся надо мною. До Твоего пришествия. Позволь, чтобы я могла жить ради Тебя. Чтобы я мог служить Тебе. Ты, пожалуйста, благослови нашу семью. С таким сердцем. Я желаю, чтобы долгое время ваша связь с Господом Богом была близким. И чтобы Господь стал вашим хозяином. Чтобы ваши боли стали болью Иисуса Христа. Чтобы ваши болезни стали болезнью Иисуса. Чтобы вы Иисусом решали все проблемы. И если вы получите такую милость, я уверен, что каждый из вас получит благословение. Наши братья, сестры могут уйти из церкви по разным причинам. Подобное происходит не только в нашей церкви. Подобное может произойти в других церквях тоже. Конечно, из-за этого мое сердце разрывается. Я желаю, чтобы с вами подобного не произошло. Просите Господа Бога, чтобы Бог держал вас. Потому что и мы можем в любой момент ошибиться и впасть во тьму. Мы можем впасть в грех. Мы можем впасть в распутную жизнь. Мы можем впасть в грех. Господь, я буду смотреть только на Тебя. Давайте до пришествия Иисуса Христа будем жить только ради Христа. И я желаю, чтобы вы пристали перед Богом. Я желаю, чтобы вы стали радостью для Господа Бога и стали счастьем для Господа Бога. Чтобы вы не стали переживанием для Бога.